Молодой мужчина не понимает женщин, и именно поэтому они ему интересны. Человеку вообще интересно все, чего он не понимает. Желание познавать окружающий мир заложено в природу мужчины, а любопытство является главным двигателем прогресса. Но именно по этой же причине молодой мужчина не может получить от женщин то, что ему нужно, потому что как чем-то управлять, если ты не понимаешь, как оно работает? А вот мужчина, который понял женщин, может получить от них то, что ему нужно. Но женщины становятся для него неинтересны, как неинтересной становится, например, книжка, которую ты уже перечитал много раз. А ничего нового женщины предложить мужчине не могут. Открываешь любую, а там написано одно и то же. И это как раз тот самый случай, про который говорят: бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться. Когда мужчина наконец получает то, что хотел, оказывается, что это ему уже не нужно.